А что у нас по плану сегодня, что закрыть? Ну, в льде. Все, что осталось. Все, что осталось. А что потом осталось? Кражан закрыть. А что осталось? Что такое, Фейм? Первый этаж, если ты хочешь на замену, ты видишь, что у меня слоты еще в рейде есть? Какая замена? Ты о чем? Я понимаю, что ты типа сходил на Торима и не хочешь больше никуда идти. Давайте штраф и симоним всех. У нас Люсио, Хрипат, ну ладно, Хрипат и бухает, поэтому точно не будет. Нейверс, идеальный Люсио. Три человека должны прийти еще под постоянным. А что, есть места? Ну, пока да. А ИП, кстати, за КД дается сразу или в конце рейда? Все. Вообще все ИП дается в конце. О, о, сколько щитов, ё-моё. Не, Аршам самый профитный. Так это же это, ну, тикает. А, это Т4, да, от щитка? Да, это от щитка, да, тикает. О, ебать. Так там ну, типа, щит... зато всех, кого хильнует этот щиток, и каждые 2 секунды он обновляется. Да, это понятно, это все понятно, он стакается, присутствует, это понятно, но там мизер же, блядь. Ну, считай, сколько он тикает там, в секунду или сколько он тикает? Ну-ка. Он каждую секунду по 6 соток где-то. Секунда 6 соток. 15% от 600. Сколько? 643. Нет, это пиздец какой хпс у шамана сейчас будет. Сейчас посчитаем. Быть, ну должно быть, если да? Если в мили-зону. Но если с цепухой еще это сложить... Не, там нормально. Там по Т4 делался этот волонер. Все, Скайсон встала с колен, читай. И ну, вообще за него стрим, у него и трансмут появился, все, с полноценный шамон. Ча, подождите, главное на нее СС накинуть. Это нормально сейчас. Так, а кто у нас тут? Корнесса Сумон? Нет, Пирекс. Видите, там далеко? Корнесс, где оно? Он? Дуат еще тут есть. Я уже иду. Хорошо. О, ты классный слот, ёпт. Ну, где-то минутки 4 я в игре. Ну, BPS стакрилый, короче. А какой-то аддон? Какой-то аддон есть? Кстати, рыба стоит впереди, кушаем, бафаемся. Аддон в хорошем настроении, да? Я смотрю, Го-го-го написал. А чё, я сегодня в коде у себя ошибку нашел. Он мне теперь работает. Там, блядь, скобочки не хватало. 10 дней ее искал. Скобку. И, судя по всему, таки нашел. Нашел. Здравствуйте. Это такой вопрос. За принятие будут? За принятие КД типа будет? Половинку прошло дают. Чё половинку? Хорошо, в общем. Да. Ладно. Этот, я еще успеваю, вот там время есть. Пару минут на сбор, я комп еще не подготовил. Дуат. Принял только что КДшку, да? Ну да. Ну молодец, конечно, ладно. Так я же спросил. Да ебать я тебе дам, мог КД просто не принимать, я мог бы тебя еще раз на замену посадить. У нас люди пришли. И ЕП-шку дать, что за замену. Замена фул летает же. Ну, без разницы, как хотите. Могу на замене посидеть. Один хрен КД уже принял. Да вот я тебе про то же, мог бы КД не принимать, а ЕП-шку получить. Так а ты за ту замену получал ЕПа? За что? Если я тебе, когда на замене рейде? Сидел, кстати, да, я тебе не дам. Да. А, ну, все понятно. И в прошлом рейде принять КД и получить половину. Нормально. Ну да. Ну я посмотрю просто сейчас по отчету.
Этот можно будет еще раз посмотреть? Да, я 1250 тебе начислял. А может кто почту? Почта стоит. Есть еще один шкаф? Оп. И пожалуйста. Пожалуйста. Так чё? Почта? Отец, я нужен? Да конечно, конечно. Ну мы же на Мимирона пойдем, там на нормальный состав должен быть. О, почту поставил. О, блядь, какой Мимирон, вы чё? В Хэме. Блядь. Ладник именно тот, да. Да пиздец. Еще приста баф и касочку по локам, было вообще шикарно. Райс. Касочку по всем желательно. Да, хотя бы по локам. Шо, вот и тут? Чё, Игорь? Ой, ну, Дуат, да, тебя точно теперь меняю. Шоу, если ты слышишь, так в ПБ каски нажми, и я все остальное, кулаки МБ-5. В смысле, а почему точно? Рожа не вышла? Эйп, если еще хочешь, то можешь идти. Угу. Блин, я уже протонулся. Не, ну подожди, у нас два ханта, и я еще могу на смене посидеть, мне не принципиально. А, Оззи, у тебя есть проходка? А, не, ну если проходка нужна, берите, конечно, тех лучше, кому нужна. Нет, нам проходка. Нужен Мимирон, ХМ, нам не нужна проходка. Дон, там есть проходка места? Это Ройла. Это другое дело. Что? Места есть еще? У меня сейчас два человека на замену уходят. Ну, я там плюсик тебе поставил в чат. А надо два. Здесь... Фейп, ты пока в рейле еще? Нет, в два раза. Я улетел. Ладно, хорошо. Просто сейчас придет еще идеальный, который наш, по идее, мой инхил. Так, ладно, я пока восьмую группу кикаю. Таким составом сейчас пойдем. Давайте арчек допуляем. А, какой тут? Нейвера сумануть и дрича сумануть. Блин, я только этот, не совсем подготовлен, но у меня только одна фласка. Если что, мне кто-нибудь продаст, проедет. Нет, да, я тебе дам, если люблю. Что. Они, блин, по 90 голды вообще супер, что-то дорого стали стоить. Были по 50 голды, теперь по 100. Ой, капец, вы победнеете все, пацаны. Ой, мне что-то все. Фиг знает, я перед прошлым рейдом вообще по 150 покупал. Ну, я тут был такой, был. И причем их было только два человека продавало. Чё, пацан, прокататься, кто со мной? Нихуя, ты чё, богатый? Па, поехали. Сейчас, блин, миллионер, блядь. Бля, подождите, хули меня высадили? Всё. Карас, ты дальше идёшь на заменку теперь. Я второй раз сильный рейд собрался. Это новости. Ну, блядь, выход РБК, все, блядь, проснулись. Доброе утро. Бля, какая красота. Тут кто-нибудь к краю подходил хоть раз? Да, подходил. Сейчас будем с тобой. Кто-нибудь прыгал? Наверное, там на левитации, наверное, все, ходил весь край. Нет, я, кстати, этот, вот с крыши видно острокрылую площадку. Я на крышу только забирался здесь. Там стена, ребят. Нет, вон там за этим, там где хранители. Там нам будем пулять, я просто забафнулся. Ну, вот как бы, да. Бафните меня, да? Бафните меня, пожалуйста. Богом молю. Ты во фросте. Смотри, ты единственная ДКшка у нас в рейде. Подождите, я еще иду. А, у нас фалк есть, в принципе, в Энхе. Богом молю, бафните ханта. Всем в любви и добра, кто бафнет. Друиды, давайте это будем друзьями. Я тебя кинул Симону. Там Изука Изука пишет. Че пишет? Замените 5 минут. Ну, потом придет. Идеальный. Идеальный. Принимай, Симончик. Прогружайся. Да.
Да, раньше было лучше. И не говори. А, раньше было лучше. И Волонир расколок только один на рейд. Вы умрете. Раньше все были дружные, а сейчас что-то у вас, блядь, как каша. Бля, ну смотри. Неверх красивый. Наверх красивый стал, да, согласен. Уже совсем другие цифры. Блядь, говно. То есть трансмог решает, да? Конечно. Конечно. А ты что не знал? Красивый трансмог сразу плюс 10% ДПС. И ты еще, наверное, лук покажи. О, давай лук. Покажи лук. О, вот это щит. У него нет лука, у него арбалет. О, это щит от этого, от Волонира? Это от Скайсонга, да. От этого, от 4. Знаете, еще один шкаф, там полюшка сейчас пришел. А что они обновляются? Что за... А, или ты кастуешь что-то? А у меня списка нет. Ох, раз. Я иду. Давай. Кто там на мой лук гнал? Донт, на этом... На Мимироне можно будет поменяться с кем-то? Смотри, только раз. Да. А как на замену встать? Что там писать надо? Да, просто будьте на замене недалеко от Дискорда, я напишу, когда будете плашки выдавать. Можете просто в кик-чат написать замены. Мы запомним каждого. Полюшку репарты, давайте это, ну, запускаться уже. Пизда, Польша, это у тебя какой-то имбовый лок получается. Да ты 4, нет, блядь, где имбовый? А, ну ладно. Не, типа, ты 4 одеть, все, без лок, блядь. Я не знаю, что ему еще менять надо. А у кого тут вообще он есть? Почти у всех. Ну ладно, много у кого есть. Мне нужно будет менять прокладку между стулом и клавиатурой. А кто запустил, блядь? Я запустил. Что, у тебя собака неправильная? Нет, я показывал трансмог и был в PvP-шмоте. Все. Ну ладно, буду в PvP, тогда шмоте красивый, по-другому немножко выглядит. Посмотрим, сколько в PvP дам. Сейчас мы астрокрылью переведем просто за фазу. Да, мы точно переведем ее. Мы с Герой будем ебашить? Угу. И я еще вам бурстану ДПС. А я, блядь, ПВП нахуй. Даже письками не померится. 450 СПД будет, ребят. Слушай, ну 3К я даю в ПВП шмоте, так что нормально. Хорошо? Да. Уже больше, уже 3800. Еще немного, я вообще в топе Лейкерс буду. Сейчас ДПС будет смотреть. Сейчас будет смотреть на утхил от Скайсона. Лечение и поглощение, да? Потом, зато меня не убить, у меня реса много. Босса ты не поешь? Могу попробовать. Под вилками точно. Это я. Без бездействия. Нет. 6 секунд, верхун 4. Бля, в мелизоне огонь. Она скоро снова взлетит. А этот, народ, а 20-то нужен или нет? А, замена. А, замена, все, я понял. Да я просто от компа отошел-то. Как сказали, на замену. Все, понял, позовется, если что вдруг. Давай. Ты посмотри, 4700 даю. Блин, мы из-за Невера не переведем. Почему не переведем? Ага. Ну, кстати, да, я вагон прям совсем. Перевели, нет? Давай, блядь. Ну, это позор, ребят. Я считаю.
Блядь, ну... Это все невер. 50%. РЧ пула не было, как бы, алёсики. Вот смотри, Кубо первый по ДПС стоял. Что? Ну ты в ПВП-шмоте стоял. Ну, так... Ай-яй-яй. Ну, можете ГП, конечно, дать, но несправедливо, конечно. Но, смотрите, мы бы перевели. У меня бы там просто миллиард ДПС был. Просто примите как данность. Мы кто-то не выебывал со своим красивым трансмогом, мы бы все сделали. Не-не-не, это не красиво, я показывал аналог. Что, мы ж не зря говорили, трансмог влияет на ДПС. Да. Ой, а кто-то помер. Да, ну хант умер. Ой, ты шо? Вот видите, а мой хант не умирает, потому что я защищен. Социальная защита уже. Сейчас следующий хант, я знаю, кто отъедет. Гандон получается. Что? Нет, ну я в смысле про этот, про защиту имел в виду. Я никого не обзывал. Кнопку, рука кнопки уже тянулась, да? Ну все равно смотри, зато как стильно стреляю. Слушай, а я, кстати, не это, вон глянь, я танка обогнал, волка обогнал. Все нормально. Хила обогнал. Блять, вообще на изи. Не почувствовал даже. Что-то наоборот, у тебя какое-то хуёвое это оружие. Что? В смысле херовое? Посмотри, ну, на этот лук, он секостный. Да лук-то секостный. Да и трансмог оружие. Вообще помойка. Я не про трансмог. Про что? Меткость АП. Ну такое. Где? Просто твое оружие. Огнестрел твой. Меткость. А, огнестрел, ну я в ПВП его использовал бы, но у меня лагает очень сильно, я не использую. Ну так. А, ну, ладно. Что с девочкой? Чего она у нас в воздухе висит? А чего она, да? Сделай пару шагов назад, пару шагов. А, нас на всех дует сейчас. Пизда. А, она на мне агро даже, блять. Ну давай я отойду. Блять, купон. Все нормально. Гля, я вон второго ханта обогнал. Я, конечно, понимаю, что он мертвый, но все равно. Обошел так, же. От лица ушли все. Стой на месте. Танкуй на месте. Похуй. Ты не умрешь вообще. Ну, естественно, из лужи может чуть-чуть отойти. Ну, стой. Стой. Все, стой. Ну это полотосик, ну извините, пожалуйста. Что это такое? Огненное, блядь, дыхание. Да не надо, Скай, это я просто накаркал. Она просто по трансмогам она наблюдала за собой. Понятно. Слово меня. Блядь, где моя триня? Лут гимна. А сейчас будет нормально ДПС, я переоделся. Два пояса не нравится. Ну да, такой си. Погоди. Я не знал, что он будет вот босса водить. А, ну посох. Ой, ладно, пояс может пал нашему надо. Все, давайте там одного фир или не фиряйте и заливаем. Дебаф. Дебаф, да, есть еще. Погоди. Да пофиг, ускай волонир. Понял. Шо, вода, три. 2, 1, полетели. Фибон. Так, да, и, ладно, и мы репетим. Ты дурной! Ну ладно, блядь. Да мы быстрее их убьем, пацаны. Слушай, Триня как раз под метаморфозу как бы кдшится, клад. А у тебя стоит этот самый, блядь, символ? Нет. Просто стоит. 100%. На метаморфозу. На меня. Нет, тут метаморфоза пока не нужна. Я вас переоделся, смотри, как ДПС вырос. Смотри, даже без бруста. Ну, у тебя вырос не по-другому, потому что ты меня увидел. Понял. Похильте пёсика, пёсика. Похильте пёсика. Пожалуйста, волонирам его. Отдайте его волонирам, пожалуйста, еще. Приятно, да? Да. Так, сбивайте там. Всякие косты.
Мне же шныря хилить не надо. Вот, вот собачку красивую, красивого ханта надо. Да он прошел. Самый стильный на районе. А что два раза по 50? А вот я не прокликал. Это скажи спасибо, что у него этот самый автокликер не стоит. Мне надо это в ДБМ на ханте. Скай еще раз ДБМ? Уже давал Скай, по-моему, нет? Нет, Скай не давал еще. Ну ладно. Мне надо это воду забить, просто макросик. Ну, Боб, где ты там в рекаунте? Братик, я не вижу. Да все, все. А, ты под метаморфозы, да? Под брустами? Ну, понятно. Не. Сегодня Саша придет вечером, но он там точно писал про какое-то собрание. Ну, после РТ, сказал. Да, да, да. Я буду выдвигать 75 и КПшки за смерть. За свак полтосик. 20% среза можно тоже выдвинуть? Нет. А родительское собрание или обычное? Родительское. Чего можно не присутствовать? Слишком мало, блядь, десятка. Ой, я неправильно нажал раз его. Дикей 10. А кстати, не в курсе, когда будет, блять, это обновление раз. А я с Машиком Гровом. А это как с ДХ. Подождите, ой, подождите, дайте ему это собрать все. Я просто ставить. Думаю, блять, ну на Галимом Локе, который, блять, двор. Не всралась это, блядь, раса. Чё, дворф имба, не пизди. Да ну. Достаньте мне. Забери, забери. Вот там вообще это демон почему-то танчит. Который маленький такой демон. Демонин. Да. Ой, невер, блядь, допизделся. Ну, бывает. Что за такое? Это не такое. Это не когда я был. Ай-яй-яй-яй-яй, убили Невера. Осуждаю. Я тоже. Просто он до сих пор в ПВП, наверное. Не в ПВП, бы я был уже. Да. Он бы рез спас. В ПВП я бессмертный просто. Я могу танчить. Просто у меня нечем набирать агро, так бы я бы вам затанчил стол. А поднимите, где он? Поднимите меня или мне бежать? А вот я под каменными пацанами лежу. Кто мне там? Ой, Корнес. Ой, спасибо. Скай, могла бы ты резнуть? С волониром-то. Давайте в крестике будем танчить. Просто в лужу заводи его, пока не подведет паладин. Мы не бьем босса. А шо, вот ты даешь первую ауру? Сильван 4. У тебя мастер есть? Нет, у меня сахара. Хорошо, значит Корнес второй. Рыбу можно? Рыбу сейчас, да, поставлю. Там у нас люди умирали, и я умер. Рыбу я не за себя волнуюсь. Я не за себя волнуюсь, я за других больше, за команду. Ну сам бы тоже пахал, да? Ну конечно. Так а РБК видели, ведут, там же ничего интересного в них не будет. Камушки. Чисто камушки, ребята. Какие камушки? 213 уровень экипировки, там не будет камней. А при чем здесь камни? Я, кстати, тоже так показал, что может не быть камней. БКшных камней там не будет. Ты угораешь, ты идешь за 213 шмотом, и там тебе сразу же БКшных камней. Там... Ну, тогда нахуй. Хорошо, окей. Все сюда встали, куда вы там? Назад отошли, танк по готовности. Нет, давайте не по готовности, давай вот так вот. Давай, ДБМ-пу. Я должен показать класс вам. На пломе можно зарядить. Все, давайте герб поставили, пьем. ДГП.
Как-то безумно лагает, на самом деле. Страшно. А у меня после обнов вот этой на 800 метров начинает фризить. Периодически. А ты пробуй таланты открывать и закрывать? Что это за магия, Сирус? Я говорю, помогло. Без шуток, у меня помогает, типа. Шоу, освободи эту ауру. Я не проюзал, я заюзаю сейчас. Хорошо. Можешь забирать. А что такое? Что такое? Прям сильно лагает. Все зависли или нет? Ну чуть-чуть полагаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям ужас как лагает. Блять, меня Дон догнал. Блять, он меня догнал. Дон, уходи. Я просто прокнул этот. Готовность. Короче, 3 разрывных подряд. Хэштег Дон, уходи. Че, я должен вас догнать, пацаны. Я вот перед лицом встану специально. Блять, ну если бы не залагал, я бы, блять, на первое место выбежал бы. Я, ребят, жёг души 29 500 ударил. Друзья, слышишь, там ДК не только чисто в боссы, давай. Нет, там боссы сейчас линканем, да. Я тоже чуть накрутил, наверное. А что? А, я, блин, Адон отключил на роу. О боже, как это сложно. Да я подскажу. Покажите, покажите. Писькометр. Что следующее? А, Невер, ты первый. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Уф. Что, топор никому не нужен? Трансмог? Я вам говорю, кто в следующий РТ приходит без трансмога, идет на замену. Смотрите, как ДПС растет. Просто на авторитете выезжая. А куда сейчас? Куда дальше? Я себе отдам. А кто у нас? Мимирон. У нас как бы, да, особо вариантов нету. А, ну да. То есть Мимирон, Везок с Йог, да? Угу. Все, что осталось. Блядь, заскрини друзьям в школе покажу. Полетели, пацаны. Можно мне? А, боешка, понял. Кто там боешка? Боешка мне надо. А, это боешка мне не надо. Они вообще не продаются, эти боешки. Они за очень копейки, я за 3 капу продавал. Да. Их типа... Сейчас показывает 4999. Еще. Показывает она, у меня вообще 7 кап показывает. О, ребят, там Накс собирают, давайте быстрее. Давайте. Какую, 10-ку что ли? 25-ка. Вот эта штука на трансмут никому не нужна. На трансмог. Нет. Ребят, на Мимирона можно поменяться с кем-то? Можешь со мной поменяться, хочешь, дам мне слот. Ну, у меня все равно как-то немножко подлагивает, но я не боюсь. Поля, давай ДПС. Экхант, отдам тебе сейчас. Отстань, я тоже Накс хочу, на совет, блядь. Да нет, я отдам тебе. Нужно плечи поменять. И будет еще больше ДПС. Отвечаю. Тканевые? Да, ханты могут носить топоры. Понятно. Тканевые топоры. Троллили? СПД меткость? Все, понял. Нет, нужны вот такие. У нас ДЦ есть в рейде? Да. У нас есть у Андрис. Дон, ты разрешишь домену? Мне вот такие плечи нужны. Смотри. А с некого менять. Прими. Я бы вообще ханта отсюда убрал еще. Ну ладно, слушай, не обижайся. Ну слушай, ну, просто 19 место. Я думаю, погнал. А. По ДПСу. Да ты тоже не особо там где-то сзади. А что за Dragon Rush? Ты тоже новый кто-то? Кто это? Ну да, можно было побольше давать.
Блин, если ему уже так нужна проходка, можно самого слабого ДД поменять. С иглы как бы, да. Ну зачем тогда он просто... Я его тоже не понимаю, если он понимает, что не возьмут, потому что идут хемки, зачем он понимает, когда идет с нами? Получается, второе, когда он уже никуда не ходит, потому что он типа... Это как бы его дело. Да, не было. Но вы понимаете, что фуги не могут закрыть ульду 20. Закрывают, я опять же закрываю, что ли, там собирают постоянно, пишут проходка. Но смотри, в итоге они идут. Она оставляет на другой день, а на доброносы никто не собирается. Вот. Для этого тебе надо создать ренегаты и пойти... Да, со мной просто. Там этих рейдов куча. Серьезно. Я с Альянсом закрываю нормально все. Типа просто потеть приходится. Вот, если надо, могу зайти. Так, да я наоборот думаю, кого убрать. У меня есть Изука, у меня есть Крипатый. Крипатый бухой, Крипатый, ты это идешь на замену. Я тоже пьян немножко. А кто-то трезвый вообще ходит в рейд? Красотой. Под насваем. Да ты походу по жизни. А, и сука, тебе нужно, Мирон? У тебя ж, по-моему, этот есть. И тринка есть уже с Везукса. А, и сука тут нету, о чем я говорю? Ну слушай, а кого ты хочешь взять? Я просто не хочу и сука брать. Ну, в смысле, ну он пока на замене. У нас хороший состав, у нас куча локов, ну типа. Просто, ну нет, не будет брать. Ну да, слабого не надо брать. Уже все равно нас не слышит. Ну, просто, типа, если мы сейчас. Кто тебе нужен? Тебе йог плюс один нужен? Окей. Ну, сейчас посмотрим, что пойдет. А с кого с йога падает этот транспорт? А, с плюс ноль. А мы сколько? Один во мраке. Плюс один. Да поможем, плюс два, плюс ноль закрыт. Но никто не хочет. Все сутся. А я говорю вперед, команда. Секунду. Типа, я, как самый заводила, должен получить первый. А ботинки там крит-хаст. Как падает. Что тоже плюс ноль? Нет, плюс один. Нет, лут обычный плюс один, а маунт плюс ноль. Десятки. Ты танчил здесь хэмку? Пожарника знаешь, что такое? Хэмку нет. Окей, здесь добавляется огонь. Огонь бегает за ближайшим, кто за ним стоит. На первой фазе мы нажимаем кнопочку, и ты идешь в центр сразу. На первой фазе поправка. Нажимаем кнопочку, кидается огонь. Я это озвучиваю по ДБМу. Ты идешь в центр, танчишь босса в центре. Там в тебя разряжается черепочек, на тебя ставится, ты прожимочку отдаешь, как бы, ну, отбегаешь, дальше опять в центр ставишь босса. И вот сейчас я ставлю метки, квадратик у нас, туда, где мы встаем на перифазу. Так, прям. Также я ставлю метки, крестик у нас пусть будет здесь. Ромбик стоит возле метки. И вот печенька. Это просто, чтобы ориентироваться глазами, комнату поделили на три части. На первой фазе просто босс танчится в центре, на второй фазе, на переходке, мы все стакаемся в огне, ой, в квадратике, кидается огонь. Потом мы отбегаем чуть-чуть от квадратика, и тебе нужно будет в квадрате водить огонь. Просто стоишь, и типа, ну, чтобы он не пошел к рейду. То есть ты должен стоять ближе к огню, чем рейд. Ты его в квадратике разливаешь, чтобы он вот здесь стоял в одном месте. На перефазке, подожди, в начале второй фазы кинется большая бомба. Она шотнет, если ты под нее попадешься, но главное, чтобы она улетела в квадрате, потому что эта бомба тушит огонь. И постоишь, разводишь огонь, чтобы он далеко к нам не ушел, а был возле квадратика. И потом бежишь к нам. Я это озвучу тебе. Мы даем на второй фазе Геру прожинки все. Это у нас две сакры и два мастер ауры есть у нас. Мастер пусть будет первый от шоу, сакра первая от протика. Потом Корнес, ты на себя все берешь. Каску обновите по всем.
Тоскобно, видите, по всем. На третьей фазе то же самое. На третьей фазе в Пирекс. Не-не-не, давай Пирекс, ты, наверное... И, ладно, у нас локи будут танчить, пусть локи танчат. А у Пирекс ты ловишь бомботов. Паладин, трэш на тебе. Окей. Okay. А на третьей фазе будут появляться столбы зелененькие. Из них будет выходить моб. Моб бегает, тушит огонь. Под него не попадаться. Потому что он кидает сайленс и отпидывает тебя. Из пистолета такого водного стреляет. В принципе, все. На четвертой фазе также вводишь босса по кругу. Я буду примерно говорить, куда. И просто добавляется огонь. В принципе, ничего, все те же самые тактики, все дамажим, просто добавляется огонь. Давайте прожим. Ой, перчек. У нас идут первая, вторая пати. Первая налево, вторая направо, третья налево, четвертая направо. Слева стоит идеальный Skysong Langris. Справа стоит Корнес Ямазаки. Нейбер. Ладно, я тебя понял, Нейбер. Что такое право, что такое лево? Понюшка. А, поставь, окей, поставьте огурцы. С той стороны тоже кто-нибудь поставьте. Все по огурцу взяли. Да, это мягко, Ямазаки. Класски выпейте. Я вижу. Отлично. Все, нажимаю на кнопочку. Отсчет времени до самоуничтожения. Все стакнулись, ушли дальше. Одна секунда, огонь. Готовимся, выбежали. Это будет красивая победа. Пошли, дамажим, дамажим, дамажим. Прожимки все свои большие на второй фазе отдаем. Огонь 5 секунд. Прожмись, танк. Огонь 2 секунды. Вышли. Мины смотрим аккуратней. Огонь 3. 2. 1. Отбежали. Так. Затушить через 7. Все в сторону квадратика двигаемся. На мины смотрим, аккуратно в них не зайдите. Квадратик. Добиваем босса. Побежали в квадрат. Все быстро, 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 быстро. 5 секунд. Там сейчас стоим, стоим, стоим. Отбежали, 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 отбежали. О, я Райза убил. А, Ямазаки, дай по Райзу БР. Чё с шаманом? Вставалки нет? А, Войд Фьюри, шаман, да. Шаманизм есть, кстати? Чё лежишь-то? Я спрашиваю, вставать не вставать. Всё. Сейчас подходим к пламя, подходим к квадратику. 3 секунды. 2 секунды. Отбежали. Все, поводи. Только поводи так, чтобы он в одной куче лежал, чтобы не сильно к центру. За крестик, за печеньку отошли. Геру пошли. Каску ты с тобой дайте, пожалуйста. Фейку пошел огонь. Пал, смотри от этой ледяной... А, от бомбы отойти, поводи. Иди к нам, иди к нам.
идеальный на перефаске, повернешь его. Скоро, дайте. Беги, малышка, беги. Обстрел, отбежали от обстрела. Пламя, одна секунда, сейчас выходим от пламя. Добиваем. Хоть по БР, БР по танку. А между печенькой и квадратиком стоим, ждем огонь. Танку ребаф дайте. Огонь 5 секунд, сейчас пойдем за крестик. Налево. 2 секунды. Отбежали. Все, у стены стоим, просто здесь. Отдайте гимн на ману и тотемы пока, перебежки. Так, я здесь только мобов ловлю, да? Да, ты танчишь мобов, ты кашка, ты бомбодов забираешь. Все, стоим так, ждем огонь. Огонь 5 секунд. Побежим налево. Бомбот. 2 секунды. Все, отбежаем, отбегаем, отбегаем, отбегаем. Трэшем сюда, подходи. Не, отходим. 5 секунд, пламя, в угол встали, в стенку, в стенку, в стенку. 4. 2. Побежали обратно, выбегаем. Да, вот здесь стоим, хорошо. Пиздец огня, конечно, у нас. ТК-шку прохил. Здесь огонь полутайм, побежим налево. Через метку. Огонь 5 секунд. Так, надеюсь, все вместе. 2 секунды. Побежали налево, побежали, побежали, побежали. Все, стоим здесь. Здесь хорошо. Метку с роботов с метками не трогаем. Почему я не могу поставить? Сколько? Три штуки надо? Это три штуки, оставим очень много огня. 5 секунд, 3 секунды огонь, побежим сейчас налево. 1 секунда, побежали. Точнее стоим. Все, двигаемся мы вперед, а вот там вот за нами идет. По кругу ходим просто. Чтобы мины на нас не кинуло. Аккуратно смотрим за минами. Огонь заведен. Все, танк. Ты стой на месте, мы, блядь, там огонь. Тут потушили. Перебегаем назад. Все, танк, стой. Огонь еще кинул. Отлично. Кого лез? Беги, малыш. Лангриса. За спину все, танк. БР танка после обстрела сразу. Поднимаю его. Последний БР должен быть. Нет. Нет, все три БР отдавали. Ну да. Танк какой-то падает. Ну, без танка мы. Ну да. Ну, это неплохо для первого трая, обычно у нас все намного хуже. Да сейчас убьем. На удивление, у меня даже не сильно лагал. Вообще не лагал. Один. У тебя есть ДД-спек? Ну, плюс-минус есть там. Ой, мисклик. Void. Давай ты в мишку и просто поводи нормально на четвертой фазе, потому что, ну, я не могу, типа, перебор, у меня перегруз. Куда мы бежим, куда рейд, типа, кого бэрить, как двигаться танку. Дело в том, что у тебя РДДшник не ведет огонь никакой, нет ответственного РДДшника, который забирает огонь. Огонь сейчас был просто по всей комнате, потому что не было одного человека, который его водит за собой. Да нормально. Каждый должен уметь это делать, и должен каждый понимать, куда вести огонь, куда нет. Мне не давали отвести огонь, все, когда возле метки вставали, они пробегали далеко. Сейчас даже, когда мы стояли,
не в огне выводили, и там даже, ну, нашлись люди, которые просто огонь в наш камп привели, и все. Просто ну, не было куда бежать. Нет, тут просто дело не в этом. Вы когда перебегаете весь рейд, когда вот третья фаза и дальше, вы пробегаете дальше от взрыва. А не на рейндж, там, чтобы около огня стоять, а прям, ну, расстояние там, условно, метров 8-10. Если вы так будете оставлять, я тогда вам огонь повожу. Но я не, ну, пытался собрать его, но просто не получалось силу механики игры. Ну, плюс у нас танк еще первый раз в хэме, поэтому... Ну, он сейчас в целом словится, я думаю, он... Против, Сергей Иванович, давай, спекайся в какой-нибудь там ретрика. Если есть холик, то можешь ему в холика спекнуться. Но с ДПСом все в порядке. 10 минут. Войт, у тебя есть вторая ТМК? Не искра? У тебя есть не искра? А, это забагалось что-то. Да, хоста нужна медведю, все нормально. Вообще-то это прок МП5. Ничего не шаришь, наверх. Ну, слушай. Ебать, он жирный, блядь! Ну, это же Мишка. Ну, да. Пусто мина. Это как мой котик вот этот, блядь, который вас кидывал. Да не, 60 тонн, это еще худой. Питается. Ну, вообще-то это 28-й гир. Давайте по местам встали. Давайте, ребят, за Асгард, за Орду. А я, кстати, забыл. Я после убийства обсмотрю еще третью, четвертую группу на предмет трансмога. Кто-то кулачок может дать? У нас три паладина, да? Десятиминутный, кто этот самый МП5 дал. Карниз вроде. По Мишке. Ну, там дашь. Встаньте в одну линию на вот справа, вот так вот распределитесь, вот как я бегаю. Вообще можно, если бы у нас ДБМ у всех был, да, на, вот на, пол, всем... на полсекунды выбегать, и тогда вообще не бьет огонь. Олешка, игрок, Скай, Каро, встаньте вот так в линию, потому что когда огонь бросается, вы чтобы не стояли впереди огня. Лишний урон лутать будете. Да, огонь бросится, и побежите вперед, и все. Давайте я чек допыляем. Все готовы? Что вы? Твой выход. Нажмешь кнопочку? Хочешь кнопку просто нажать? Я нажму. Ой, все, все побежали, на ботинке побежали. Три секунды, две секунды. Побегаем. Оп. Четыре. Две. Вы обижали. Все, наверное, отпускаю. Я готовый, смотрю. Ты иди, игрок. Что-то ты как-то... Потуши через 7. Фух, успел. Смей на меня обратно. Все в квадратик стакнулись. Фейку поднимите. Наверное. Да-да-да. Я лагаю. ПР. ПР Ямазаки. Вышли. Лагает. Слева встали. А, Ямазаки, отдай БР. БР по фейке. Угу. Да, поднимай ее. Рибав дайте сюда. И дайте Виннер в идеального. Ой, в Ангриса.
5 секунд, побежали к квадратику. 3, 2, отбегаем. Все, выбежали за печеньку, за крестик, в ту сторону ушли, чуть-чуть разбежались. Готовимся к Геру, пошли. Урон. Сейчас мастер ау. Мастер. Шалит огня. Сокру дайте. Первую. Отойдите от огня. Возле кнопки. Смотрим сейчас. Стрел. Шалит стрел. Раньше сразу держим, комнату заполнили, чтобы не все по всем бьёло. Вторую сокру отдаем. Есть еще сокра? А нет, там ретрик. Понял. Прохил рейда. А, между печенькой и крестиком стакнемся. Вот у нём там огонь. И побежим через рейд. Ой, через комнату. Направо. Прохиливать их. Огонь 4. 2. Направо бежим. Побежали. Все, стоим здесь. Стеночки подошли. Будем здесь лутать огонь. Он сейчас появится. Пламя 3. Побежим сейчас направо еще раз. Убежали. Побежали. Через 3 секунды. Пламя через 5. 3. 1. Побежали налево. Ой, направо, извините. Кто там послушный так посадил? Я. Давайте на переход к тотему и гимн. Пламя 5 секунд. Здесь лутаем. Побежали сейчас направо. 2 секунды. Полсекунды отбежали. Все, за ромбик зашли. Даю идеальный номер. На идеальном СС, если что есть. Огня мало, можно много убивать. Да. Вот этих двоих не трогаем, остальных добиваем. Я там, где боты лежу, если что. В центре держу, да? Или сюда вот. Ну, с крестика будет. Начну тогда. Давай с крестика. РДТ в грудь, милики в ноги. Пошел, урон. Смотрите на мины аккуратнее, РДТ. Держите раньше чуть от босса. 5 секунд огонь, 2 секунды огонь. Побежали направо. Беги, малышка, беги! Заспнулся. А через центр можно чуть-чуть отойти, после стены огонь. Равномерно бейте низ, блядь. Чё вы туловище съели? Пламя 2 секунды. Отбежали, вперед, бежим к печеньке. Туловище, стопните, ребята. Голова, в ноги, ноги. Играем все. Умрёте. Голова, ноги. Вы умрёте. Центр утонем, сейчас огонь. Беги, малышка, беги. Отбежали от босса. Мины осторожно. А, 5 секунд огонь. К центру поближе подошли. Ладно, центр. Стоим так, значит. Смотрите, там боты сейчас пойдут. О, в ноги больше, аккуратнее. В ноги больше. В ноги побольше урон.
По-моему, добивает там обстрел. Вращение. Грудь, грудь, грудь. Грудь. Все, грудь, все, грудь, грудь, грудь просто голову, добиваем что-то. И все. 100 тысяч. Отлично. ГЦ. Пойдет. Хочу. Хочу потанчить. Потанчить дальше. Трэш хотя бы. А что, серьезно? Я так остался на третьем месте по ДПСу. Ой, Кубов, да ты ж мое чудо, просто, ой, зайка какая, бля, не получилось. Пожалуй, у Ангрису. О. Ну, а, да, да. Тренька пойдет лучше, чем... Кай, Скай, резни меня, чё меня Корнес резает? Потому что я лежала тоже. А вот это... Слушайте, ребята, а Т8 перчатки, они сейчас ПГП или нет? Они перчатки, да. Нет, тело, слушай, они голова. Бесплатно отдаются. Ну ладно. Но тело вообще... Да, да ну это все. Это 4 можете полутать. А это базар? Да, не, ну там столько кому, может хилом какие-то. Хотя, блядь. Да, у меня... Я забыл, у меня же Т9 по 4 куска на 3. Это же на успех, а сейчас пол даешь. Ты чё? Гля, какие кисти. А, ну хотя, наверное, хуйня. Ну если СПДшного убрать, нормально. А может, не, 1.5, кстати, нормально. Для... нет, для... если ты играешь с АПшным энхом, тебе нужно медленные пухи в обе руки. Донт, а почему не половина? Это же на успех. Там никому на мейн не нужна была. Я, кстати, не прикидываю. Окей, сниму. Оно на приставке профитное? Да нет. На ДЦ, да. Хотя на ДЦ, да. Ну тут, короче, энху нужно это. Ой, этот. А там... больше надо дать. Или меньше. Я не понял. Короче, энху от раскладки талантов все зависит. 200, короче. Перчатки давайте одни и вторые. Типа просто, ну, кто-нибудь плюсик поставьте. Что там хилые картины? А, хилые? Так серьезно, что ли, вот так? ДКшка, Рич, зачем они вам нужны? Если, боже мой, я думал, у нас сейчас просто друид заберет их и все. Налетели тут. Давайте, вот одну роги отдаю, другое. А, там... Ой, боже мой, ладно, давай пару укиньте. Кексит и этот, Ямазаки. Вы оба не ходили никуда. Что у них с пивором? А, подожди, а где второй этот? Чудик. Они поссорились, что ли? А ну, нас, помнишь, не, да. Нас лишний трэш прибегал в прошлый раз. Походу отсюда. Понял. А по поезд один... не работает? Суп, я не по починил. Один лок. Кому нужно идти? Блядь, за Триш, что тебе нужны делаешь? Перчатки? Зачем трогать? Надо его в рейде держать. Зачем? Не, никто не пишет же, но я поэтому присунул. Если кому-то надо, то давайте. У меня просто нет таких. Вдруг что-то мне там со шмотом надо будет намутить. Ну, конечно, да, еще рассказывают эти сказки свои. А че? Да. Слушай, у нас же остались вот два босса. По магу, есть конченное предложение. Стан магу. О, не успею. Есть конченное предложение. Хотите услышать его? Давай. А давайте йога плюс ноль. Может еще, блядь. Нет. В Накс пойдем на бессмертный. О, да, все, забейте. Плюс 4 идем вообще нахуй. Давайте Накс на перегонки. Создаем сейчас 3 рейда. Кто быстрее бессмертного утонет. Причем, давайте. 25-ки я имею в виду. О, это сильно. Ну, 10-ки не умирающие, 25-ки бессмертные. Налево. Куда вы идете? Налево будет. Не пуляй, не пуляй будет. На стенку. Ничего не пулял. Смотри фокус. Оп. Смотри, какие все стены. Ты бы еще аспект подрубил бы. А это могу, смотри. Оп, включил. Красота. Лепота. Так, кстати, продолжаем рубрику «Модный приговор». Третья группа.